всякий раз, когда мы возвращаемся к своим воспоминаниям, мы их переписываем. То есть мы вспоминаем что-то, мы вспоминаем это уже в новом контексте, с новыми знаниями о мире. И вот сколько раз вы возвращались к своим воспоминаниям, столько раз вы их как бы дописывали, переписывали. Это вот как письмо с Простоквашино. Но они же пишут на основании реальных событий, там все хвост отваливается, что-то ломит там и так далее. Вот. Но в реальности это как бы все время переписанный, много раз переписанный контент. Вот. Они стали где-то лучше, ваши воспоминания, где-то они стали сильно хуже. Это называется история, рассказанная на, как это, на основе реальных событий.